Бытовая техника ежедневно упрощает нашу жизнь, и порой мы уже не замечаем тех благ, которые еще 20 лет назад сложно было даже представить. А 100 лет назад эти удобства были совсем в другой форме. Усовершенствование предметов быта – чайников, утюгов, швейных и стиральных машин – наглядно можно увидеть на выставке «Наука на службе человека», которая, пожалуй, вызовет некую ностальгию и породит ряд воспоминаний. Ведь кто-то из нас еще помнит такие стиральные машинки или такие радиоприемники, приемники и магнитофоны. Задача музея прежде всего обратить внимание на вот эти вот вещи, которые человеческую жизнь окружали, можно сказать, остановить мгновение. Эти экспонаты все из фондов нашего музея-заповедника «Рязанский Кремль». Вот. И хотя мы вроде бы не технический музей, но мы исторический, а это тоже часть истории. Более 100 предметов из коллекции музея-заповедника представлено на выставке. Условно-выставочное пространство делится на 9 комплексов, в которых прослежено развитие телевизионной, аудио, видео, фото и вычислительной техники. У нас киноустановки различные. У нас есть общий предок всех вот этих вот киноустановок, диапроекторов. Это так называемый волшебный фонарь. Вот он у нас 1900 года, то есть самый-самый конец 19 века. Вот, но вообще волшебные фонари такой конструкции известны человечеству аж 17 века. И действительно с помощью этого фонаря демонстрировались различные картинки, причем они могли демонстрироваться как на экране или на какой-то стенке, так и в клубах дыма, например. Большая часть предметов экспонируется впервые. Первая неделя работы выставки показала, что экспозиция откликнулась людям. В стремительно несущемся вихре современной жизни развитие технической составляющей все быстрее. Но увидеть, с чего начиналось, притормозить, задуматься, возможно, посетив выставку в Кремле.